Друзья, доброе утро всем, всем привет. Опять я выбрался на рыбалку. Посмотрите, какое прекрасное утро. Красота. Солнышко встает, туман стелет, тишина. Просто супер. Ну, а я сейчас попытаюсь поймать рыбку. Может быть, щучку, может быть, окунь. Ну, вообще, то, что будет клевать. Получится, значит получится. Вы увидите. Не получится, вы не увидите. Оставайтесь на канале. Я думаю, что сегодняшняя рыбалка должна быть интересной. Поехали. Друзья, встал на окуневое место. Думаю, поймаю штучек 5 окуней, взял с собой кружки поставить. И попался вот такой вот красавец. Вы посмотрите. Я не знаю, он здоровый. Он просто здоровый. Просто красавец. Вот так вот. Я не ожидал. Просто не ожидал. Такой окунь. Вон чайка сидит вот туда. Видите, как гоняет окунь. Может, еще таких половим. Ну просто такой удар был, я такой окуняра. У меня аж руки задрожали. Просто красавец. И чаечка тут летает. Что-то не хочет клевать окушок. Чайки летают, ищут, а выходов нет. Я уже сейчас поппер поставил опять. Оставил и силикон, и вертушки. Выхода нет. Вот то был, и все. Но мне надо штучек 5 подловить. Я хочу кружки поставить еще. Полоскаю приманки, а толку нету. Ладно, подождем. Полчаса уже сижу, полоскаю приманки, в частности поппер. Вообще отказываются брать. И чайки летают, смотрят, смотрят, а выхода в окуня нету. Наверное, поплыву сейчас щуку ловить, чтобы не терять время. Хотелось поймать окушков, поставить на кружки. Ну, видно, не судьба. Значит, пойдем за щукой. Щучка. На рудру, на втором забросе. Или это не щучка, не могу понять, что это. Щучка. Щучка.
такая щучка на рудру. Сделал второй заброс и получил поклевку. На входе вот такая штучка, судак и щука, и это очень похоже на понтон 21. Ну, надписи никакой, упаковку я не видел. Сейчас поближе. Да, это похоже на понтон 21, они такие делают. Я его еще спросил, вот он рыбачит целый день. Я говорю, ты ничего другого не пробуешь, ни расцветки. Он говорит, есть такое же белое, но говорит, поклевок. Ну, я говорю, это надо или очень под ночь, или на самом рассвете. А вот это, говорит, у меня и щука, и судак, это, я, говорит, все ну, время. Борис Борисович на те выходные я был, по-моему, понедельник. Или, не, в понедельник. Он вот тут взял щуку под пятерку. Ну да, я, да, да. На джиголовку тоже. Я говорю, что за приманка? Я говорю, ассасин. Он говорит, нет. Я говорю, так покажите. Он, секрет фирмы, секрет фирмы. Я говорю, ну ладно. Вот на это. Ну, у меня похожие, но у меня они такие, вот они у меня, вот, они у меня, вот, они у меня такие. Вот в том году прекрасно работала вообще и судак, и щука. Изумительно, казалось бы. А сейчас все, да? Ну, пока нет. Кстати, по-моему, он вчера говорил, что на твою рыбку я ему как-то давал. Одну, он говорит, что и клеил, а потом вот это типа под цвет, он вот твистерочки еще есть больше размера, он мне давал несколько. Нашел, ну, примерно рассвет. У меня похоже. Тоже на рабочий. Другой. Ну, вот, вот, похоже, но оно рассветочка нет. И, по-моему, Сомика, он вчера, он, по-моему, сказал, что я на твою рыбку. Он вот так поквочит и кидает там у себя в канале. И дал. Ну, говорит, я посмотрел, что это самое, на шнуре, говорит, от него. Так, а по поводу блесен, я не знаю, я сейчас вам покажу. Я не отвлекаю вас, нет? Нет, вот. Вот такая блесна, я не использую ни воблера, ничего. Она ходит прекрасно на любой глубине. А я что-то видел, похоже, да, что-то я видел. Вот. Серебряный ручей их делает. Я сколько пытался разловить. Контрабандисты с Москвы возили одному знакомому. Прикинь, я видел, 150 гривен. Я купил этих совдеповские. Не ловили такое, нет? Нет. Вот я что говорил за атомик, который вот фишинг-рой. Вот он. Вот он. Рабочая, прекрасная блесна. А вот на такой не ловили, нет? Тоже совдепия. Шернон называется. Вот сегодня три штуки вот этого взяло. Серебро, кстати, и сом вот это тут лупанул. И вот две штучки на вот этот совсем по мелякам пошел. Ну это такого плана, да? Это плана типа атома. Мэпс, он давно у меня что-то не работает. О, у меня вот они. Вот примерно, наверное, оно. Да. Вот да, оно. Да. Пока что не. Тишина. Забыл, говорю, когда на желтую была поклевка, белая где-то как-то комплектик. И вот так, это да, вот совдепия. Что-то не хочет. Черный. Черный цвет работал в том году, вот он просто типа атом, вот такой, очень хорошо ловил. Все, в этом году, вот ее не поймешь, ну, вот в этом году не я работает. Вот, Джексон, ну, дешевая, она, по-моему, 40 гривен, на Барбашова я купил, вот она старенькая уже, и вот там вот, ну, на большой воде, вот, ну, на мелководье вот здесь, да? За полями. В том году судачок лупил, еще удился на мелководье судак, такой грамм 500, но выпустил. И щучка брала хорошо. В этом году вообще тишина. Вот совершенно, только хотел сказать, Джексон в этом году. Просто тишина вообще, как ну, не кидает. Я вообще не понимаю. Ну как бы вот, ну такой вот. Каждый год что-то она сама себе выдумывает. Вот. Неплохие блесна, они разных размерчиков есть.
Вот кастмастер. Кастмастер. Я на них не ловил. Я когда попробовал раз, не они... работает вообще. Уже второй год. Я такой корягими вытаскиваю из воды. Второй год пытаюсь. Тоже ничего. Ну, все-таки думаешь, а вот вдруг, вдруг. Вот отработало как-то с месяц назад. Хороший атом, медь. И щука хорошая на мели. Брали трешка, двушка. Фу, все. Заглохла в эту медь. Даже и не хочется смотреть на нее. Я не знаю, а что ей надо? Без понятия. Вот серебро, вчера вечерком я тут бросил, пошел, вот, серебряный цвет, вот этот, вчера, там ударит, там одну выкинул, пошел домой. Ходил наш местный, пробовал вот это же, а там медь неплохо, вот это черное, он в том году хорошо так с ней, с этим матом, он тут, ну что. Что вы, дядя Миш, кидаете? Я говорю, сегодня серебро. Ну, попробовал, смотрю, у него что там тычет по мелочи. Так, а на то вы еще не пробовали, да, вот на тот понтон 21 еще ловить с удочкой? Вчера. Вчера вечером я часа два по точкам походил, не было точка. Сейчас попробую. Боря дал задание, попробую. Боря дал задание. Борис Борисович профессионал, он тогда сидел. Я ж подплыл к нему утром. Говорю, ну что? Да не знаю, сейчас попробую щучку половить. Он там встал. Я вот как сейчас вот сюда только подплыл. Такой грохот, у него ж лодка железная. Я ему понял, что такое. Думал, че упал, че. Поворачу голову, а он подсак, его нимает. Ну там бревно именно здоровое такое. Я ж сразу завожу двигатель, подплываю, говорю, Борис, а он ее в лодку положил, решил. Ну, около пятерки. Я говорю, на что? Я говорю, на этот... На зеленую. Вот. Нет, говорит, на что? Вот. Да секрет. Ну, говорит, ну такой, ладно, секрет, значит секрет. Ну такой вот, типа кол или что-то. Я не помню название цвета. Не, ну наш видно, что профессионал. То есть только стал, бах есть. Ну, как бы пока что, видишь, и у него что же дело случая. Я в пятницу крутил полдня, уже думал домой в час. И опять же, там же, где он эту пятерку вытащил. Я оттуда зашел живцом. Взяло, подождал минут 5-7, она его обработала, оп, пошел бороть, пошла на мне, а ну еще ветерочек туда в бурьяны, вторая удочка на живца, и пятерочку достал, все, вчера ноль, вот он катал тоже, а то если б не судачок, он пустой, пошел. А что тут за место такое интересное? Мне казалось, что интересное место, он здесь сиже, там идет как яма, потом идет бугор. Интересное место? Ну, хорошая бровка. Хорошая бровка там, здесь вот ямка, там вот где сижа, чуть-чуть, немножечко выше, там перекатик. Перекат, там, да, есть там. Перекатик. Вот там у меня сом сошел хороший. Начнется там, пока нет, там перекатик, потом пошел, потом вот она, ямка начинается. Здесь было 11 метров, пока вот это не выкопали. Вот здесь, вот его, оно замулило. Вот она, ямка пошла, оп, потом она чуть поменьше. Пошла туда, там яма, там что-то пока ничего. Интересно, потому что интересная просто бровка. Как бы. Здесь бровка не очень, но опять судак присутствует вот здесь на бровочке, на этой. Вот же что же. Ну а в тот день, в пятницу, мужичок сома вот здесь, кил 7-8. Он стоял, кидал под эту сторону, сюда, в районе вот затопленных сиж. На фиолетовую приманку. Он у него шлепнул, и около полтора часа он стоял, его держал. Он зашел туда, в эти там палок много, и три сижи еще затоплены. И он стоял там. Подкрутил на моторе к нему и стоит. Один проходил, может, уже минут 20. Держи, он никуда не денется, ему надоест. Держи, ну тяжко, ну больно, он все равно выползет. Я взял щуку. Прохожу, он уже достает. Я говорю, что? Да, говорит, вот за целый день. Говорит, почти полтора часа, уже думал отрежу. Ну, его баню, рука уже болит. Я и по телефону болтаю, но стою. И все-таки дождался, когда он оттуда бац и выпал. Все, он его забрал. Говорит, это за целый день. Ни судака, ни щуки, ни окуня, ничего не нашел. Одна поклеилась. Но это было вот пятница, все дальше. Или даже четверг. Ну, в общем, вот так. Суббота нифига, один судачок у меня был до обеда. После был здесь на бровке. Сильный удар, толковый. Ну, сейчас пойдем попробуем. Что Боря скажет, что ты?
есть еще вот хорошая приманка. Я вам тогда подарил и сейчас, чтобы, ну, в качестве дружбы. Не ловили на такое, нет? Это настоящий японец. Но они очень мягкие, они очень живучие. Вот она такого плана. По садачку должно работать. Вот, попробуйте. Она, ну, мягкая. Наподобие у меня. Она сильно живая такая. Она... Такие формы есть. Я бывает использую, но чуть крупнее и цвет опять ближе. Ну там цвет как хамелеон, очень интересный. Mm-hmm. Бывают на нее тычки по щуке? По щуке нет. Я ловил судака. Вот на этот цвет. Тот цвет я еще не разловил, поэтому. Может, у вас это получится. Ага. Сейчас. Что-то вот я уже. Ну такого я не видел. Вообще интересный цвет. А это китейдж, да? Не знаю. Была жена на родине. Скажем, попробуем. Там кум у меня рыбак. Он на донце, ну, он судака в основном. И кое-что передал. Но пока из того, что он мне передал, вот я сейчас достану. Только было, где она? Вот. Только сработала. Пока вот такая приманка. Селект. Угу. Пока из всего сработала. Только такая. Ну такого плана у меня есть. Сработала. У меня сильный пипар. Ну просто судак пытался, а щучка брала. Ну, вот так. А окуня вы ловите? Нет, я окунем не заморачиваюсь. Вообще? Ни как рыба он меня не интересует. Почему-то, я не знаю. Не то. Ну. Ну, бывает бомбит. Ну, у вас же опять здесь все такое с ультрафиолетом идет. Солнечные дни, сейчас ультрафиолет, когда она присутствует, интересно. Должна работать. Возьми, попробуй. Интересно. Интересно. Тоже на судака, да? И щука не откажется. Ну вот из всех, вот что интересно, да, вот это вот, казалось бы, дренота. И сомика я на нее ловил, и судака, и щуку. Окунь любит вообще, хвосты откусывает. Вчера звонили мне парни знакомые, спортсмены. Сказали, Мишаня, не заморачивайся, 2 недельки надо подождать. Я вот, ну как бы, вот. Они и так обстановку тут знают. Ну, вчера звонит, да. Ну что там, расскажи конкретно. Да? Ну так и так там рассказывал. Ну, говорит, ну еще надо хотя бы 2 недели. Ну вода еще, вода рано, не остыла. Рано. Приедут, они тут начнут цирк показывать по судаку. Никто не будет ловить таких судаков, где они 2-килограммовых. Пробовал. Ну, очень неактивно, я говорю, вот. Если вчера, вот, который мне вчера дал, ну, у него пару ударов здесь было толковых. Очень приличные были удары. Ну, никак. Ни одного небольшого. Ну, рано еще. Ну, рано. Мы хотим вот уже рыбачить, а еще да, рано. Да. И мне профессионал сказали, Мишаня рано, 2 недели ждет. Чтоб похолодание было, да. Пока никак. Вроде бы утро все нормально, все холодно, ну а день потом. Вон. Ну вчера, я говорю, сошло воблер. Сейчас я покажу. С коробки достал новый сегодня на дачу. Вот такой вот, вот он, хедом. Пьяница его называю. Мне тут Борин, друг тут, Серега там ходит с ним. Он придарил. Он ловит воблерами, вот тоже рабочая вещь. Ну я как бы это так очень редко. Но это очень рабочий. Я сам видел неплохих. Нет, этот таких. Безотказный. У меня второй. Ну, я что-то никак. Бетон. Что-то они мне не очень. Вот второй, загоняю, то, что вчера у меня бурьяны, она оборвала, но на нем живого места нет. Не было краски на нем. Ему 3 года было, он просто весь погрызан. И вчера, думаю, уже надоело, уже рука болит, эту рудру дергать. И прямо это уделили, там вот в такие вот, ну, чистую водичку бросаю. И к лилиям вывожу.
И я уже вижу метра три, наверное, вот идет бурун, вот бурун из-под лилии выходит. Ее хватает, у меня сразу адреналин, и она начинает подсекать. И она на моих глазах просто так вот обворачивается, и все, и вместе с ним уходит. Поводок, воблер, все, шнур срезала к чертовой матери, и все. И там хорова, там именно хорова, там, ну, она жирная такая, еще посмотри, как баклажка какая-то такая, как 5-литровая баклажка. Да, вот смотри, я эту пятерку вытащил с русла, такой длины, как труба, ничего не пускает. Не, это жирная вообще, я еще был, и воблер, он плавающий, ты его в воду бросил, ну, понимаю, вот он не тонет. Я ж плавал вчера минут 30, думаю, может, всплывет же, жалко. Нет, зараза, думаю, ну где-то же будет с ним плавать, ну. И взяла хорошо, именно в пасти два тройника, то есть взяла конкретно. А я еще поменял там тройники на овнер, то есть там хорошо села она. Просто жалко. И рыбу жалко, и воблер жалко. Будет плавать, теперь мучаться. Ну. Я сегодня видел в двух местах, как она выходит с камыша, аж камыш разбегается. Она, сучка, вся там сидит. Она там сидит. И прям вот сейчас же штильно так, а я тут да. Близко к камышам подхожу, туда это. Прям вот, ну вот он камыш, хоп, шевельнулся. И через раз, метра через два, малютик. Вот она вышла. А брать не хочет. Здесь видел, и там видел, как она выползает. И вот здесь, ну рано, рано не хочет ползти. А нападает дренота вся. Да, мелочи, особенно вчера, я здесь вот такие шнурки просто заколебали уже. Так и берет же, зараза, жадно, именно жадно. Это жалко, что я сегодня одну уже выговаривал, говорю, ну ты пасть сама хоть открой, бо у меня зимник такой, порвушь тебя. Уже так умолял, ну вроде бы все нормально. Ладно, дядь Миш, спасибо большое за общение, еще увидимся, надеюсь. Да, всего, сейчас попробую. А вы попробуйте, может что-то получится. Достанем. Вот, пообщался с хорошим человеком, с рыбачком, много для чего себе нового узнал. Обменялись приманками. Вот он мне подарил такие приманки. Ну, будем пробовать. А пока буду ловить щучку. Поехали. Друзья, не успел снять поклевку, пока включал камеру. Вот щучка, вот хеден. Вот такая неплохая щучка. Взяла вот в лилиях. Ну, уже радует, радует поклевками. Вчера в этом месте щука у меня воблер срезала и ушла. Сегодня в этом месте я поймал уже две щучки. Ну, продолжаем. Там такой всплеск. Продолжаем. Друзья, поставил опять хеден и клюнула щучка. Пусть небольшая, но щучка. Хорошая, хорошая, хорошая. Опять сработал хеден. Смотрите, а щучка хорошая. Опять поклевка на хеден. Неплохая щучка, но она завела в лилии и сошла успешно. Ой-ой-ой-ой, неплохая щучка была. Да, друзья, печальный сход. Зацепилась она за лилии. Я и видел, как она атакует. Но ничего страшного. Она вышла на всплеск. Я когда воблер бросил, пошевелил им. Он как поппер подергал, получается. Я смотрю, пошел маленький бурунчик. И она пошла в атаку и зацепила за лилию.
пока камеру включил, дерг-дерг, а рыбки нет. Ну ничего. Сегодня Хеден рулит. Одна щучка была поймана на рудру с утра. И три на Хеден. Ну, четвертая сошла. Кидаю прям в лилию, так вот продергиваю. Ну, бывает, что цепляюсь. Ну, ничего. Друзья, походу, сегодня Хеден делает рыбалку. Опять поклевка. Опять поклевка на Хеден в лилиях. Ну, я не вижу, что это за щука еще. Но то, что сегодня Хеден рулит, это 100%. Вот щучка. Вот она. Сейчас мы ее тихо возьмем. Ну, тихо не получается, она делает свечи. Вот щучка, вот Хеден. Вот так вот. Ну, мы ее отпустим, нашу зубатую красавицу. Пусть плывет. Там вдалеке, если вы видите, лебеди. Мама спереди, папа сзади, или наоборот, и посредине детки. Они летали, теперь они их учат там или плавать, или не знаю. Но у них там перекличка идет. О, полетели. Вот они, красавцы. Ну что, друзья, подошла к концу моя рыбалка. Вот такие щучки у меня хорошие. Вот. Окушок такой зачетный. И щучки. Считаю, что отдых удался. Вот размер. Моя нога. И вот щучка. Хорошие щучки. Все, друзья, кто смотрел, спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Ни хвоста, ни чешуи.